Всем привет! Сегодня тутор, как сделать зрачок. Так как глаз я еще не очень умею. Так, дальше мы делаем так, всякие такие фишки. Дальше мы берем круг. Я буду делать это быстренько, потому что мне немножко лень. Я надеюсь, вы меня понимаете. Так вот. Сойдет. Я просто примерно вам показываю сейчас. Типа, мне не интересно, что я делаю. То есть, интересно, конечно, да. Но... Ну, вы можете этим исправить, чтобы быстренько это все сделать. Но я хочу удлинить время, да. Чтобы смотрели и ушли с моего канала. Так вот, вот вам глаз. Потом надо шарик. Сейчас немножко погодите, пожалуйста. Вот, вы делаете так, я знаю, что я неровно. Я просто уже забыла, как я тогда делала. Сейчас мы делаем так, всякие эти штучки-дрючки. Делаем, потом мы делаем, заходим в палку, в этот палец. И начинаем крутить шарманку. Да, я забыла. Здесь должен быть шарик. Это, кстати, какой-то Е4 получается. Извините, что я немножко туплю. Я уже давно делала глаз, поэтому туплю. Ну, примерно так тоже красиво. Ну вот, я вам примерно показала. Я знаю, что это фигня и некрасиво, но если так посмотреть, в принципе, я вам показала туторчик. Туторчик. Можно, конечно, немножко подрисовать что-нибудь красивенького. Сейчас мы подрисуем, сейчас так повезет. Сейчас там фиолетиково, сейчас добавим, сейчас красивочка будет. Вау, это самое красивое, что я видела, ничего не видно. Ну ладно. Ну вот, в принципе, тутор. Это первый тутор по всякой вот этой фигне. Если вы хотите, чтобы я понятнее объяснила, пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.